купольном зале областной филармонии лучшие педагоги со всего региона. За круглым столом учителя, которые уже много лет разрабатывают и внедряют самые передовые методики обучения. Сегодня перед ними ставится новая задача. Самая главная, основная задача на сегодняшний день высшего образования – это не просто подготовка узкого специалиста в своей сфере, но и подготовка культурного человека. Подготовка человека, обладающего определенным багажом гуманитарных знаний. При этом, отмечают специалисты, масштабная задача стоит не только перед высшими учебными заведениями, но и перед школами и колледжами. Для решения поставленных задач определены несколько направлений. Одно из главных – конкурентоспособность, где ведущими факторами должны стать компьютерная грамотность, знание иностранных языков и культурная открытость. Уже сегодня 100% школ области подключены к национальному каталогу цифровых образовательных ресурсов, что позволяет каждой из них иметь доступ к ведущему информационному и познавательному порталу страны Белым-Лен. Это дает педагогам и учащимся городских и сельских школ области быть в равных условиях доступа к новейшим технологиям и методике. Лучшим педагогам области в честь недавнего профессионального праздника вручили дипломы, грамоты, а также денежные премии. Арман Утигенов уже 7 лет работает в детском доме Рудного. Начинал с должности воспитателя, сейчас учит детей азам греко-римской борьбы. Не так давно на одного из своих воспитанников молодой человек оформил опекунство. Принципы работы с такими детьми Арман для себя определил очень четко. Нужно как-то к ним, может быть, относиться особенно, потому что дети такие, вроде бы у них и все есть, но в то же время они многого лишены. То есть это внимание, заботы, любви от близких, от родных, от родителей. Ну, нужно им во всем просто поддерживать, помогать, и они будут отвечать тем же. Поздравили педагогов с профессиональным праздником и лучшие творческие коллективы области. Артисты областного центра подготовили несколько десятков ярких и запоминающихся номеров, которые никого не смогли оставить равнодушными. Манарбек Касколов, Андрей Деминок, Валерия Зиновьева, РТН.